Здорово, бояре! Здорово, пацаны! Новый микро, да! Теперь я вам могу петь песенки. А? Теперь привыкать надо сидеть с этой перед носом. Так, что у нас тут? Давайте смотреть. Стрелок от бога. Так, у нас осталось на берегу бахнуть и на развязке. Вот это с... Тихо. Мразь, мучает меня, тихни или нет, ты мразь. Вот момент, на котором можно сделать вывод звука. Ты сейчас кричишь и нет никакого искажения, ну да. Вот смотри, вот так будет. Сука, ебаный читер, блядь. Вот так будет. Ура, крыса, нахуй. Как будто бы, ну, никого нету, и киллы нету. Ава! Ну что, пойдем, будем со второго этажа, типа, пытаться убить кого-нибудь. Вот здесь бы сейчас сладенький бы так встал АФК, я бы ему шлепнул бы. О, о, сердце. Ты что, дурной что ли? Да не суети, у меня аж сердечко прихватило. Дурак, что ли? Но! Чел бежит справа? Где? Серьезно? Ну я не вижу справа никого. А, вон он. Да это бот, ёпт. Чувствую, чувствую, видите, снайперскую винтовку. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сладенький побежал. Давай, 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 давай. Хорошо. Маленький мой, вкусненький, сладенький чебурбубличек. Ой, на колени встала, слышишь? Чепухницель. Дождались, видите, одного. Засчитала, интересно, вот это. Да, да, засчитала. Да, там больше 45 метров. Кайфка. Еще одного убить. Так, ребята, давайте смотрим еще. Как же я чувствую уже этот ствол? Как свой. Есть в этом какой-то свой вайб, да? Сидишь себе, рыбачишь. Особенно, когда с первой с... на этом. Как она называется? Вот когда ты берешь наперед на упреждение сладенькому на статуэточке. Просто на упреждение берешь и как сечешь с этой М80, паскуда падает сразу. Delicious. Вот видите, не чувствую. Все. О, видите? Все, вот ты не чувствуешь, если ты не чувствуешь. А если ты чувствуешь, то ты чувствуешь. Опа, опа, куда побежал? Давай. Тец! Тец! Как говорит мой дед, чувствовать можно хер в жопе, а тут понимать и уметь надо. Заеб... дед у тебя опытный. А, он здесь вот за контейнером. А оттуда прям хорошо было его видно. Ну вот он мог сейчас уже зайти, видишь, от меня уйти. Так, сейчас, секундочку, надо на звоночек ответить. Момент. Да знаю я, пацаны, что микрофон отключил, я ж сам. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Тут ЧВК сверху. Блять, пикни меня, давай. Я сильно наперед взял. Он даже не понял, откуда я стреляю. Сразу видно, без щитов парень играет. Новые наушники, ага. Как мне хорошо залутал карту парень. Просто умничка. Ну чё, всех в башку. Погнали на окошко сразу. Слушай, почему развязка пустая? Это же бред. Вот он. А все, нет у него. О, то тут кто-то уже полутал. Оплаты что-то стоят вообще? Это бот. А нам нужен ЧВК. Лол, пустая просто карта. Ой, ЧВК. Салам алейкум. Наконец-то я тебя нашел. Не-не, я еще не это.
еще не трапезничаю. 47-й левель. Надо тренироваться, бро. А, у меня опять железная дорога, выход. Погнали. На пол, сладкие. No! Do it now! Одного еще надо тут убить. И вот стрелок от бога. Два еще на развязке. И три на берегу. Блин, капец долго тащиться с одной разгрузкой сраной. Чё за бардак, пацаны? Чё, показать вам? Кефтеме! О-о-о, надо быстрее идти. Сейчас будет красивый шот, пацаны. Да, блядь. Да су... Боже мой, какой же ебан, блядь. Да... Просто нету, сука, сил, блядь, сотрить за этой хуй. Заколдованный, на... Откуда в меня стреляет, чел? Отдохни пока. Ладно, все, остался только берег у нас. Хорошая сосенка залетела ему. Но нам... А, нам не надо. Нам здесь просто убить голову надо и все. О, yes, yes. Yes, yes. О! Они лежали там вдвоем, придурки. А что они там делали вообще? Зачем? Печально, блядь, печально. Такова жизнь, таковы реалии. Вацушечки, извините, что я вас прерываю от просмотра этого прекрасного видео, но у меня важные новости для тех, кто любит подогреть интерес к любимым матчам футбола, хоккея, тенниса, баскетбола, либо киберспорта. Переходи по моей ссылке, которую я оставлю в описании под видео, регистрируйся, верифицируй учетную запись и лутай фрибет у наших друзей из Пари 1000 рублей. Компания нас поддерживает, полностью легально, и вместе мы сможем получить от спорта еще больше удовольствия. Желаю вам удачи. Спасибо, что посмотрели рекламу. Не вижу его. Блин, упустили голову. Как он так быстро убежал? Нереально. Они его убили? Да ладно, я убил его? Ема! Вот это шара. Хорошая залетела. Семочка. Найс шот. Так, а я не перезапустил квест, да? Восьмую часть. Я забыл. Где три за раз надо убить. Это плохо. Да мы можем на заводе сделать этот квест. А, это бот. Я думал, это ЧВК, потому что он возле схрона сидел. О, Виллерс, кошелек. Алло? Алло? Это бот, походу. Я его А, нет. How are you, bro? Where are you, bro? How are you? Where are you? Where are you, bro? I'm in the mushroom. You like my micro? You what, sorry? You're like really far away from me. I can't hear you. Сверху, походу, он. You love Lyman? Крыша, да, думаете?
Ух ты. Девелочка! И не перезапустил, да? Так квест выполнил, считайте. Ну ничего страшного. Вот суть в чем, допустим, болтовки, что ты всегда думаешь, когда с ней играешь. Когда ты играешь с АР-кой, ты не думаешь. Не для меня цветут цветы. Не для меня дон разольется и сердце девичье забьется. Все, уезжаем. Уезжаем. Ты видишь меня? Ты меня чувствуешь? Нет. Ты меня хочешь? Нет. Ты меня возбуждаешься? Нет. Ну что ж. Нет. Это радует. Нет. Так, все, сдаем. Бам! Сразу здесь. Тоже бам! Все, давайте за одну жизнь пойдем три фрага делать. Чины. Все, полетели. Три хедшотика. Легкие. Один улетел. Хорошо. Что он просто? Еще одну шапочку. Надо. Мразь. Первый пошел. Жить, 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 пацаны. Чтобы просто любить. Второй готов. Ебал, а чё не засчитало? Я же убил всех. Я чё не перезагрузил? Уф. Всё, сейчас ещё два убьём и всё. Да как? Да, блядь. Ха. Ну и чё? Моя сука приснула в трусы, но она не новичок. Так, окей, два. Два есть. God fucking damn it, I'm empty. Кушечка залетела типчику. Еще одного убить.
И? Оу! А он с ботом, что ли, тут дрался? Походу. Их не надо в голову убивать, чего? Серьезно? А, да, точно. Тогда все проще, можно репикать и вообще ярить куда хочешь. Да ты умрешь? Хороший такой фликачок такой. Как вы любите. Трек пушка. Вникаете, чат? О, Тоха, это для тебя хорошая разрывная, смотри. А он меня просадил. Доигрывать надо до конца, брат, сыпать. Ну чё ты, ну... Ха! Брат, салам алейкум. Ой, я его убил, походу, чат! Он ползает там. Уехал, чел. Уехал на. Уехал. Быстро мы тут с ними разобрались. Зато есть ЧВК. Пошла жара. Минус один. Смотрите, хорошие пацаны. Ой, хорошая, прям на. Сейчас выкатится. Ой, хорошо. Разобрались. Минус три. Ю-ху! Расслабься. Ух ты, ух ты, ух ты. Хорошо прям. Ух ты, ух ты, ух ты. Офигеть, вы такое видели хоть раз? Эй, закинули, я тебе серьезно говорю. Посмотри. Куда в меня этот гаденыш стрелял, интересно? Есть информация. Так, и потом в это, в богатых, да, надо забрать? Я себе. Да вы чё такие шиты, ребята? Вы чё гоните на? Они агрессивные все какие-то, ужас. Я его почти не видел, он меня видит. Но у него, конечно, патрон говна совсем был. Вот это что ли в меня расстреляло, когда я бежал? Походу, да. Ну что, получается, со стокового АК-12 порешили щенков, да? Пушка. С
Всем привет, меня зовут Никита, и я являюсь руководителем проекта Escape from Tarkov. Кто мы? Бета-тестеры! Куда мы идем? А я что-то забыл, как здесь залазить, уже, честно говоря. А, во. Давай лабу или денег, и так уже дохуя. Покажи скилл наконец-то. О, хоккеист, блять, приперся. Надо квесты делать, пацаны. Ну могу одну лабу для вас сделать, хотите, по-братски? Вот читеру подарить этот ствол невероятный. Чё, Калич, пи***лич, меня не вху**ит сразу, что ли? Воу. Первый упал. Второй вот тут слева стоит. Уф! Сейчас трое упадут. Уу! Что-то какие-то слабенькие ребята. Надо тренироваться. Еще один есть. Ну что там, хоккеистик? Получается не очко? А? Это пушечка стирает прям хорошо. О, рейдеров дала. Хорошая. Ну и чё? Тёма, ты знаешь, я посмотрел твой матчик в хоккее, да? И тебе скажу так, чтобы ты не ***ся. Тебе тоже надо тренироваться. Тебе надо точно тренироваться. Нормальные хоккеисты на Мишлене ездят за 250 тысяч рублей. I'm gonna move you, so.